Дешевизна российских акций снова привлекает западных инвесторов к рынку ценных бумаг страны. Портфельные фонды, которые вкладывают средства в Россию, пополнились за последнюю отчетную неделю с 20 по 26 марта на 220 миллионов долларов. И произошло это уже после введения санкций против России. Это рекорд с мая прошлого года. По данным компании Emerging Portfolio Fund Research, всего в текущем месяце в фонды, ориентированные на Россию, поступило более 3 миллиарда долларов.